8 утра в местного времени в Стокгольме. Какая-то агрегатина присосалась к нашему борту. Вот прибыли в Стокгольм. Тоже терминал. Время 9:00. Едем на экскурсию обзорную. Ну, без похода в музей. Сколько она стоит? 20 евро взрослый. И что-то 16 ребенок, но нам скидка. До 15 лет. Да, ну вот еще потом королевский, он стоит что-то там 8 евро ребенок и 15, что ли. В общем, 3 часа. Стокгольм. Дома такие же, как у нас. Все. Куда приехали? Вулканичный упад. Все. Погода, ждем автобус. Ждем автобус. Такси Q7. Вон автобус за нами едет. О, здесь. Будочка с одной стороны торца, вход только мужчины. Извините за подробность, писсуары. С другой стороны унисекс. И мужчины, и женщины, и инвалиды. Но это уже за пятачок. Так что пославление только в одну сторону. Что еще? В старом не так много, но всегда можно зайти в кафе. А этого ресторанов и кафе там очень много. Выпить чашечку кофе и, естественно, припудрить носик. Можно даже, не покупая кофе, просто подойти к кассе, спросить, где находятся туалетные комнаты и сколько это стоит. Потому что если вы заходите в кафе, то, скорее всего, это будет где-то 1 евро в старом городе. То есть положите еврик, и вам покажут, где вы можете... Ну, а пока вы видите, что очень серьезно охраняется, много полицейских, потому что здесь как раз и находится американское посольство. И вот полицейский вертолетик наверху висит, чтобы не было никаких беспорядков. Очень серьезно охраняется. Ну, а пока на той стороне посольство Финляндии, посольство Норвегии, там же находится посольство Германии, там же находится посольство Великобритании. А вот справа за забором, за серым, вот это и есть посольство Соединенных Штатов. Вторая половина 20-го столетия. Ну, а мы смотрим налево. Сейчас вот этим великолепным зданием, похоже на замок, находятся два самых известных музея Швеции. Это музей сказки Астрид Линдгрен, ну, больше, конечно, для детей, малыши Карлсон, девочка Пипи. Если хотите с ними встретиться, то это туда. И музей корабля Васа. Об этом чуть-чуть попозже. Но пока направо. Карл X на нас скачет. И вот этот как бы замок, на самом деле, это музей. И здание строилось как музей. Но стиль такой датский ренессанс, похожий на замок принца датского в Эльсиноре. Кто бывал, можете сравнить. Но поскольку закончится терракотовый забор, посмотрите, вы увидите знаменитую четверку А по 4 буквы. И даже сфотографироваться с ними можно. И это музей. Вот там как раз вход. Музей совсем новый, современный, много интерактивных всевозможных экспонатов. Вы можете, приблизительно 200 крон стоит вход, есть такой аудиогид еще плюс 40. Вы можете зайти и окунуться в работу, творчество этой знаменитой группы. Самая площадь Норман, вы видите, уже стоит елка, и от этой елки вглубь направо уходит улица Библиотечная. Это для тех из вас, кто решил сегодня посвятить себя шопингу и хотите посетить известные бутики известных марок, которые отдельно стоящие. Вот это на улицу Библиотечную. Ну, а если у вас нет времени ходить из магазина в магазин, вы всегда можете зайти в сам самый элитный универмаг, который называется Энко, по-шведски так его все знают, Эн Нордиска Ко компании. Энко. Мы сейчас поворачиваем налево, а вы посмотрите направо. Очень много полиции. Да, есть такая проблема. Немножко неспокойно, поэтому и для того, чтобы обеспечить порядок на дорогах, потому что много было заторов, много было обрывов проводов, и это всегда сопровождается с определенными повышенными рисками, поэтому полиция повышенно охраняет ратушу. Вот пенсия.
высокая. Кирпичики для того, чтобы снежок задерживался, и получаются такие белые точки, как горностаевая шубка. Ну разве что. А? Ну, сказал, до следующего времени пофоксизма. В общем, короче, против, поэтому сегодня много-много полиции. Так, на всякий случай. Нашей пешеходной части. Это еще как раз будет 11:30, почти что к 12:00. Мы с вами уже проголодаемся, будет прохладненько, и покушать, то это кафе «Бистро Нобель». Находится в центре старого города, на самой большой центральной площади старого города, в шаговой доступности от дворца, в здании академии, где как раз вы будете сидеть на стульях, на которых сидят нобелевские лауреаты, которые снимают это кафе и расписываются на этих стульях. У вас будет возможность за 12 евро пообедать. Сегодня на обед у нас будет, ну там будет небольшой салатик, то есть вы его сами сервируете, хлеб, масло. А на основное блюдо это эскалоп, сказали, из говядины с картофелем. Это будет основное блюдо. Чай, кофе с печенюшечками, это на третье. Тоже чай, кофе вы сами себе будете сервировать. Основное блюдо приносит официант. Июль с 24 на 25 декабря проходит этот праздник. Молодежь. Демонстранты собрались, перекрыли для нас, да? Да. Не дают проехать. Не работает снег. Так, вот уже к демонстрациям народ готовится, ну а мы пристегиваемся, потому что если будут штрафовать, а сегодня полиции много, конечно, штрафовать не будет, 99,9 нет, но тем не менее, платит тот, кто не пристегнулся. Скала. Раз рискнули европейцы, значит, русским тоже.
тоже можно рискнуть. Наверху смотрим внимательно. Если, не дай бог, что-то полетит, ну тогда хотя бы руками прикрывать. Ну а мы с вами у самой узкой улицы города Стокгольма. 90 сантиметров вот здесь. This way, thank you. Пожалуйста, очень аккуратно смотрим наверх и быстренько проходим по самой узкой улице города Стокгольма. Так. Да, снег висит на крыше, сейчас по башке-то. Убежать некуда. Известный шведский сувенир — это вот такая лошадка. Лошадка из провинции Даларна. Так же, как русскую матрешку, вырезают из дерева вручную, раскрашивают вручную. Ну, такая будет, наверное, дороговато. Но можно купить и вот такую махонькую на все кошельки в разных ларечках. Вы увидите именно эту лошадку всегда. Узкие улочки, узкие, как люди тут. Да. Это самая большая площадь старого города. Ну, трудно назвать ее большой. 50 метров. И то, наверное, меньше. Ребята, а это мужской туалет. Бесплатный. В Стокгольме. Тук-тук, есть кто? Нету никого. О, магазины. Кафешечка. Прикольно, у нас таких вот малюсик нету таких совсем. Цены, конечно, в кафешках дороже, чем в Хельсинки, в Таллине, в России. Ценники. 100 крон. Салатик 10 евро, 700 рублей. 190 крон стоит 3 кофе, кексик, одна печенюшка и булочка с корицей. 190 крон, сколько? 1000 рублей. Да? Еще один 200. Ой, гром. А? 1400. А что? 1400? Ну, 7. 2 на 7? 7 евро. 77. Я знаю, сколько стоит именно в рублях. Что не сахар? Я умножил. Нет. А, попроси сахар. Сахар там лежит у меня. Мы не взяли. Бесплатно можно? Ну, наверное, спроси сахар. Все на открыто. Короче, 1400 это вся ерунда стоит. Наша просто ресторан. 1400 мы можем поесть. Просто я сравниваю цены. Пьяная молодежь развлекается. Ну, честно, вот Таллин, Рига, да. Не, ну просто, а что здесь забыл? Красиво. Не, красиво, но как-то тесно, мне вот это вот не нравится. Ой. Полиция. Сейчас они. Пошли. Вышли на набережную. Какую-то красиво, чудесно, замечательно. Так, скажи что-нибудь. Как мы надо комментировать? Все очень круто. Все покушали, очень покушали в кафешке. 1500 рубликов оставили за 3 кофе и 3 печенки. А так все нормально. Погода минус один, но слякоть. Намного холоднее. Слякоть, ветер дует, все кашляют. А, это королевские? Все иностранцы ходят в каких-то пальто и майсках. Да, а мы и без шапок. В шапке-ушанке.
Вот так вот они ходят, все вот так вот. Им не холодно, но они вот лысые, в перчатках, все нормально. Некоторые в пиджаках, да? Некоторые даже в пиджаках, но идут съежившиеся, замерзшие. Зато модно. Зато модно. А нам нормально, мы одеты, и нам до лампочки. Велодорожка отдельная, проезжая. Прочищен. Сток больно. Старинный, старый центр, красивые здания, но тесно что-то вот как-то. В кафешках все дорого. Да. Летом погулять тут хорошо, зимой неуютно, конечно. Это еще не зима, а ноябрь. Но погода такая удалась. Говорят, что здесь Новый год очень редко встречают со снегом. Сейчас вот 11 ноября. У нас гастарбайтеры, работники бедные, а здесь вот местные вагончики для рабочих. Молодцы, как цивильно там. Там даже мебель какая-то, свечечки, цивильные вагончики. Наверняка там даже душ есть и туалет. Вот, стоп-пудов. На набережную вышли, вот ратушу видно. Да-да. Ветер холодный дует, неуютно. Зараза. Вот свобода слова по-шведски. Там какая-то демонстрация, то, что видели, да? Полиции нагнали больше, чем этих демонстрантов. Наши правдолюбы. Либералы кричат, что у нас все зажимается. Сами все перегородили. Вон, все перегородили. Вон. Полиция вообще перегородила. Там молодежь скандирует что-то, блядь. Тут вон все. Все перегородили. Красный, красивый. А вертолет так везде не висит из этих демонстрантов. У нас такого нет. Люди с оружием, военные. А? Люди с автоматами прошли. О, какая площадь тут. Дяденька, постпакет. Разминается, смотри. Стоял, замерз, пошел ходить. Туда-сюда, бля. Кришнаиты. Это вообще в трусах вот идет, в красный. Голый вообще, чудо его там. Оль, ты видел, что он голый? Без штанов. Каких только чудовищ тут не видишь. Он вообще, он только в юбке и все. У него голые ноги. Высоко так, да? Вот это я понимаю, да, все в камне сделано. Красивый город, старинный европейский город.
есть на что посмотреть, погулять. Но гулять, конечно, лучше летом, потому что здесь промозглая погода, ветер дует, неуютненько. Ну, в кафешках, конечно, дороговато. Конечно, по сравнению с Хельсинки, это более европейский город. Хельсинки что-то прям... Но, кстати, в магазинах очень много говорят по-русски. Очень много говорят по-русски тоже в магазинах. Продавцы в кафешках встречались. Молодцы. Русских здесь видят. Пошли на захват этих демонстрантов. Сейчас они их там в эти в каталажки погрузят серые. Вот мы взяли с вами Стокгольм. Наконец-то. Холодно только уже. Холодно, да. Автобусов много тут еще один. Пойдем, автобус наш уже приехал. Наш автобус повезет обратно в морской порт. Ждем. Ну, зимой, конечно, лучше брать экскурсию, потому что самостоятельно тяжело. Дорого и холодно ходить. Это все здесь, конечно. Стемнело очень быстро. Хорошо, что мы действительно пешком не пошли. Да? На такси было бы очень дорого. На такси было бы дорого, пешком бы пошалили бы идти очень далеко. Туризм СЕ. У нас и индивидуальные экскурсии, свой парк автомобилей. Так, угощайтесь. Ну что? Угощайтесь. Пеппа Крафт, имбирное печенье найдете. Вы... Привет, выдержал? Герой. Поехали домой. Только что самосвал вывалил снег в залив. И вот он течет, это плывет. Куски снега. То есть они снег вываливают прямо в воду. Тут вот терминал, они подъезжают и ссыпают снег. Вот. Обалдеть. Европа борется за экологию. От порта Стокгольм. Чайки провожают. Буду так заворачиваться. Вот пришел самосвал. Самосвалы приехали со снегом. Вот так вот поступают со снегом в Стокгольме. А у нас в Питере есть снегоплавильные центры. Вот так вот, смотрите. Те, кто хотят сюда приехать. У нас все плохо, а здесь все хорошо. Они грязный снег просто в воду сбрасывают.